Итак, всем привет. Мы с вами продолжаем. Так, будем дальше делать бота. Я тем временем сделаю текстурки. Так вот, чтобы не все белое было для бота. Вот он. Текстурки на уровне. И вот она сама дверь. Так, сделал анимацию двери. Пока вот просто компонент и анимация, как вы видите. Вот анимация. Вот так вот анимация у нас. Также анимация боту. Анимация ходьбы, атаки и стоит на месте. Три анимации сделал. Теперь вот продолжаем с вами. Открываем скрипт. Public. В принципе, можно. Public. Animation clip idle, то есть стоит. Сейчас копирую сразу. 2, 3. Волк идет и так атакует. Idle walk attack. Дальше в старте. Создадим еще animation body компонент. Примерно, то есть, да, потому что в некоторых случаях объект с анимацией находится не на том, ну, вернее, скрипт лежит на другом объекте, не на котором сами анимации. Итак, public animation body. Так, идем дальше. If walk body.addClip. Так, волк. Волк. Вот так вот создам. Волк. Потом идем дальше. If idle. If attack. Так, идем дальше. Скопирую, ставлю. Так. А тут у нас idle. Вот, сохраняем. Идем в Unity. Так, вот у нас скрипт скомпилировался. Не нравится мне, когда что-то пустое, поэтому сразу задам. Навмеш. Боди наша. Старт спид. Так. Так, старт спид. Что у нас там? 3.5. Дальше. Сохраняем. Idle. Анимацию можно отсюда удалить. Вот, только открою их. Волк. Idle. And attack. Сохраняем. Тут все можно убрать, это нам не нужно. Вот они, все эти анимации. И тут 0. Вот пустое все будет. Up. Вот так вот. Отлично. Теперь запускаем, смотрим, что у нас получится. Вот компонент animations. Вот реанимация. Walk, idle, attack. Все они появились у нас. Отлично. То есть они уже работают. Так. Идем дальше. Дальше. Stopping distance. Еще кое-что сделаем. If player. Нет. Скопируем вот это вот. И перемену создадим see distance. Distance. Фейл. То сколько мне плюс переставить все. Генспинт 0. Если плеер. Вот.
Если игрок, если это, если нет игрока. Так, тут нужно подправить дальше. Ой, нет. А, ну все, понял, вот сюда скобку, вот сюда скобку. Так, снова здесь. Вот проверяем дистанцию. И вводим новую переменную. Public float cDistance. cDistance равна 40. Вот так вот. Готово. И если не так, то агент speed равен 0. И body.animation.crossfade idle. Пока вот так с вами сделаем. Анимация атаки нам пока не понадобится. Я так просто ее сделал. Хотя может ставим, не знаю, посмотрим. Так, а тут у нас будет анимация волк. В принципе, готово. Так. Так, в принципе, готово. Теперь еще кое-что сделаем с вами. У idle loop. То есть повторялось. И запускаем. Посмотрим, что получится. Вот он стоит. Так, опять что-то, видимо. А. Зак, видимо, не тот. Дистанция меньше. Да-да-да, вот все. Теперь должно работать. Так, продолжаем, запускаем. Вот он к нам, видите, идет. Анимация у него есть. Подошел. Анимация остановилась. А, нет. У нас все-таки идет еще. Так, что-то не то. Так, посмотрим. Animation с fade. Если больше, чем дистанция. Хотя нет, стоп. Есть одна другая идея, сделаем немножко по-другому с вами. Будем просто проверять скорость. То есть так сделаем. If агент. If агент.speed больше 0, то одна анимация, в другом случае другая анимация. Animation walk. Вот. Запускаем. Итак, я снова здесь. Продолжаем. А наш монстрик теперь должен. Все, стоит, вот как видите. Идет. Стоит. То есть с анимациями все в порядке. Так, тут закрыта дверь. Теперь мы с вами напишем саму дверь. Идем в scripts. AI. Create. Сейчас скрипт. Door controller. Обойдемся там без рейкастов и прочей всякой хрени. В общем, сделаем вот так вот. Emoji Reducer. Нет. Так. Скопируем. Куб. Увеличим его в размерах. Вот. Включаем Mesh Renderer, ставим. Включаем. Так. Здесь, снова здесь. Продолжаем. У нас Door. Door Trigger. И так дадим Door. У нас тут будет дверь. Void on Trigger Enter Collider Call. Вот наш вот Trigger. Вот, сейчас туда повесим на триггер. Скрипт до контроллер. Теперь public animation. Animation body. Вот наш скрипт. Дальше. Body.animation.play. Так сделаем. If
body animation is playing. Door. Ладно, так сделаем. И тут сделаем еще public animation clip door void start body точка add clip door door тут добавляем также if call transform точка tag player так продолжаем if transform tag player if body is playing door так если анимация не воспроизводится вот body crossfade door воспроизводим анимацию воспроизведем так нужно брать статичный из двери чтобы более статичный то анимации не будет вот анимацию эту все-таки задам запускаем вот вот дверь у нас работает так отлично сохраняем так и создадим на mashup staple component navigation на mashup staple запускаем посмотрим что получится пробегаем вот дверь закрылась и бот теперь сквозь дверь не пройдет ну что же теперь чтобы бот не обходил все это чтобы он умел открывать двери вот он отходит. Мы открываем дверь, мы обсудим в следующем уроке. Все, всем пока.